Вот этот дом так выглядит ужасно здесь, в Чите, в центре. Похоже, люди ждут, пока его снесут и здесь построят новый дом, где они получат новые квартиры. Но они могут прождать очень долго. Самое интересное, что люди, живя в этом доме, могут ощущать себя такими же счастливыми, потому что у них есть крыша над головой, точно так же, как жители домов, находящихся рядом. Но жить в такой развалюхе как-то морально сложно было бы, правда? Ну и социальный статус твой. Ты бы, наверное, не хотел, чтобы кто-то знал, что ты живешь в этом доме. Есть люди, у которых нет даже таких домов. Я бывал в Маниле на Филиппинах, даже в Америке. В Москве живу. Бомжи. Живут бомжи на улице. Они не живут даже в таком доме. Знаете, вообще вот по жизни нужно уметь жить в разных местах. В шалаше, в палатке, лишь бы была крыша. Вот в таком доме. Вот в тех домах получше. Есть элитные дома. Мне кажется, если ты научишься жить в любом месте, тогда ты станешь независим от того, в каких условиях ты живешь. Главное, что ты движешься вперед, развиваешься, не останавливаешься, и однажды для тебя вот этот дом станет стартовой площадкой, потому что, ставя цель в будущем, стремясь к ней, но находясь в этих сложных условиях, таких неблагоприятных, ты будешь ощущать силу, потому что ты умеешь жить здесь. Вот есть люди, которые так привыкли жить в хороших условиях, что для них депрессия и смысл жизни заканчивается, когда условия ухудшаются. Учитесь жить при любом раскладе, в любых обстоятельствах, в любых условиях, но всегда стремитесь к лучшему, и вы почувствуете ту свободу, которая позволит вам достигать успеха в любых обстоятельствах жизни.